Здравствуйте, ребята. Сегодня я хочу еще рассказать об одном инструменте, который применяем мы весной при посадке огорода. Это так называемый маркер. Маркер. Вот. Этот маркер сделан, у меня сделан с уголка, вот, тридцатка уголок, вот, посветленный. Значит, в нем, в этом уголке, вот он где-то сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, метр 20. Вот через 10 сантиметров просверлены отверстия. Здесь вот еще просверлено вот 5, ну через 5 сантиметров вот крайне. Ну это так. Значит, что мы применяем его для посадки картофеля, других культур. Значит, что я так сделал? Вот, через 10 сантиметров, то есть я могу, значит, сделаны вот такие вот шпильки. Вот они. И они легко, вот на гаечке, легко они сюда вот вставляются. Гаечкой закручиваются. Причем зажимается. То есть я могу регулировать разные расстояния и чертить полосы по огороду для различных культур. Вот сегодня мы будем садить картошку, и поэтому я здесь вот на маркере сейчас поставил вот, через 50 сантиметров. То есть будут у нас рядки через 50 сантиметров примерно. Раз, два, три, четыре, пять, 50. Здесь раз, два, три, четыре, пять, тоже 50. Вот они, три зуба, вот они, через 50 сантиметров. Я за грабли рассказывал. Там у меня есть грабли потяжелее, которые специально вот, они делались вместе с этим маркером, под этот маркер. Вот, и вот, вот эти отверстия, там, значит, тоже в уголке, в граблях просверлено отверстие, сюда ставить. Но так как тех граблей сейчас у меня тут в данный момент нету, я вот такие пластиночки сделал. И сюда вот так вот грабли вставляю и зажимаю. И сюда точно так же. Вот. И теперь я иду туда в огород, вставляю и вот так вот провожу полосы. И по этим полосам отмаркированных будем садить картошку. Сейчас пойдем туда, я покажу, как картошку садим мы под этот маркер.